Сегодня у меня морская кухня. Рыбный день, невзирая на то, что суббота. Это у меня типа появились такие вот красивые ракушки. Раковины. Рыбаки мне подкинули вот такой вот рыбки. Часть я сделаю тушеную с овощами и с фасолью, как я всегда делаю. Очень люблю это сочетание. И со специями. Сейчас расскажу, как я делаю. А часть просто обжарю. Вот несколько рыбок просто сделаю жареное на сковородке. Так. Джеки опять топчется. Морковки наелась. В сотейнике разогрею масло. Обжарю лук и морковку. Не сильно обжарю, до прозрачности, до аромата. Я очень часто в комментариях спрашивают, а как же у Саши диабет, а вы ему даете и запрещенную еду. Во-первых, я готовлю не только для Саши. И мы принимаем препараты. Можно все продукты кушать совсем по чуть-чуть. Даже просто попробовать. Либо же, если ты хорошо себя вел целую неделю без углеводов, то можно себе позволить и чебурек, и пирожок. Это абсолютно не влияет ни на что. Я просмотрела очень много роликов и врачей слушала на ютубе, и самих пациентов, которые давно уже болеют и рассказывают о своих наработках, как бы сказать. Они меряют сахар до еды, после еды, разную пищу включают в рацион. И все можно, даже картошку можно. Картошку можно вчерашнюю, но иногда и пюрешку себе позволить. Добавлять почаще отруби. Отруби будут нейтрализовать лишний сахар. Ну, конечно же, препараты. И маленькая порция. Вот и все. Поэтому Саша ест все, не нервничает. Мне врач сказала, ты хочешь, чтобы у него поднялся сахар на нервной почве? Лучше пусть чуть-чуть съест, даже то же самое мороженое. Или конфетку, но съест ее в положенное время, там после еды, под прикрытием таблеточки, но у него будет настроение хорошее и никакой истерики, что он ущербный, ему ничего нельзя, вот так вот. Так что спасибо за понимание, кто меня послушал. Я объяснила ситуацию. Брюшки рыбки я нарезала на порционные кусочки для тушения. А для обжарки у меня будут вот такие вот красивые хвостики. Моя банда проснулась. Уже кружат вокруг меня. Разбудили меня сегодня утром. Сначала большой бабах разбудил. И они поспрыгивали под кровать. Галопом спрятались. Спрыгнули. Ужас. Громкое пробуждение у нас сегодня было, да? И в течение дня тоже много бабахов было рядом. Началась осенняя череда праздников. Сегодня тоже праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Я занимаюсь такими мелкими кухонными делами. И поздно встала, потому что ночь толком не спала. Настроение у меня было плохое спать. И досыпала. Здесь у меня варится бульон из говяжьей. Говяжий краешек, челочка называется. Завтра буду уже что-то из него делать, из этого бульона. И как обычно на печке у меня это котятам, Эфиме, пупики. А это всякие очистки уже курочкам.
крупой. Тоже вкусняшка. Очистки от овощей, которые я сегодня использую. Также у нас безотходное производство. Сейчас выложу рыбку и залью все это соусом и фасолькой. Теперь специи, немного сахара, соль, все по вкусу. И хорошо сюда будет очень, и сюда еще очень хорошо будет копченая паприка. Сверху фасольку. К фасольке я добавила томатную пасту и расколопусикаю тут все. Можно еще водички добавить. У нас в наборах гуманитарных продуктов очень часто была фасоль. Так скопилось количество энное. Поэтому можно ее использовать где угодно. Даже с рыбкой. Все. Аромат стоит нереальный, как всегда. Я еще добавила специи и зелени. Все, закрываем крышкой и пусть настаивается. Вот. На улице уже темно. Сейчас Рона загоним. Этот уже угомонился. Коты на улице бегают. Все, мы пожарили, все, мы закончили. Довели до логического конца. Правда, Джеки? А вот теперь вуаля. Я не знаю, что мне хочется в первую очередь. Наверное, все сразу. Все сразу и много. И густо посыпать котлетами, как говорится. Эх. Рыбка такая. Рыбка сякая в ассортименте. Да салатик. Да с макарошками. Угу. Наверное, сейчас соуса налью, макарончики. Вот. Всего по чуть-чуть. Все сочетается. Все полезно. Так. Кусочек такой от рыбки. Все, сейчас захлебну слюной. Перчик убрать. Рон на истерике уже хочет домой. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Это очень вкусно. Очень-очень. Тихого, уютного вечера. И спокойной, доброй ночи. Спасибо рыбакам, которые меня угостили рыбкой. Очень вкусно, неожиданно. И совсем не то хотела готовить сегодня. Спасибо. Не удержалась, сняла вам красивейший закат. Вот такое небо. Яркое. На самом деле еще красивее. Вот теперь спокойной ночи.